были приведены в готовность номер один. Это делается с целью для того, чтобы определить и оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение. После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме, а именно Минск-2, и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Баранович. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну для того, чтобы осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному судну в случае бедствий либо каких-то форс-мажорных обстоятельств.